Меж тем, вопрос дополнительного финансирования строительства автодороги Караганда-Балхаш все еще остается открытым. Вот по проекту возведение автобана, которое началось в 2019 году, должно было завершиться к декабрю будущего года. Но вся проектно-сметная документация разработана без учета инфляции. Подрядчики не раз заявляли, что из-за резкого скачка цен выделенных средств не хватает. Сейчас для проезда открыто 270 из 363 километров пути. Объездных участков несколько, их общая протяженность 8 километров. Они все в местах строительства дорожных сооружений. Напомним, глава государства поручил завершить строительство автотрассы в срок. До окончания проекта у подрядчиков остается чуть более года. На сегодня работы по ним выполнены на 70%. В рамках проекта у нас предусмотрено 45 крупных искусственных сооружений. Это проезды, путепроводы для сельхозтехники, мосты через реки, получается, транспортные развязки и путепроводы через железные дороги. На сегодняшний день на 18 крупных искусственных сооружениях параллельно работы ведутся, продолжаются.